и метет, и тает. 24 апреля. Как вам? Снег наметает и наметает. Даня вчера еще говорит, потеплело, плюс 4 стало. Да нет, сейчас 0. Снег прямо вот метет. Прям метель. Так, завтракать. Бутерброды с сыром. У меня остался тертый, правда, с чесночком. Я шампиньоны шпиговала. Ну, пахнет вкусно чесночком-то с утра. Ух! Загусла каша. Прям загусла. Тут, видимо, крупы многовато кинула. Завтракать кашу с бутербродами, а потом вот это и вот тут у меня куча всяких. Витаминизируемся. Всем привет из пасмурной Эстонии и солнечной. У нас никак не наступит весна. Нет, она где-то так была уже проблесками. А сейчас то снега навалит целые кучи, и бедные цветочки свои цветные головки из-под снега торчат. То вчера его нас все засыпало, потом как-то так ноль устаканился и все подтаяло. И вот сейчас вот вроде все растаяло, но какие-то сугробики есть. И очень холодно. Хотя я смотрела, что сегодня должно было быть 9 градусов. Итак, переменная облачность. Но облачность не переменная. Время 11 час утра. Я нахожусь в Вихве на Бусияме, на автовокзале. И собираюсь ехать в Нарву. Мне до автобуса минут 5, наверное, осталось. Жду автобус, который должен приехать из Тарту и отвезет меня в Нарву. В Нарву я еду на семинар по работе. На целый день. И вот сейчас холодно, я уже, правда, вышла, думаю, постою на улице. Воздухом подышу, потому что час еще трястись. А вон, наверное, и мой автобус едет, я так думаю. А может, и не мой. Не мой, не поворачивая. У нас тут, как всегда, птичьи базары. А вон мой едет. 199-й. Все, я поехала на пошла на посадку. Обычные билеты сканируют. У меня электронный. Ну, не просканировал, пустил так. Ну все, через 5 минут мы отправляемся в Нарву. А мое место дислокации был вот этот вот в Нарве Тартусский университет. Рядом с ратушей.
Это в Нарве так называемый тоже старый город. У нас здесь сейчас был подъезд, там семинар рабочий. Кстати, я тут никогда не была раньше. Это тоже вот Ратушная площадь в Нарве. Тут, наверное, какой-то парк. Пустынно так. Чайки летают. Я на автобус пошла. Не куда-то в ту сторону. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Сладкая парочка. Кстати, тоже у нас в городе видела чайку с черной головой. В городе обычно у нас так называемые бакланы. А вот это вот черноголовая, черноголовка. Тоже из окошка снимала, думаю, надо же, показалось мне, что ли, нет, с черной головой. Совсем другие чаечки, не как у нас. Я направляюсь в сторону автобуса. У нас тут так потеплело. Или в Нарве потеплее, чем у нас в Кохлоярве. И вспоминаю утреннюю поездку на маршрутке до Ихви. Зашел мужчина, весь поломанный, с костылями. Еле-еле залез в автобус. Ему тут бабушки помогали. Двери за ним закрывали. Но он, видно, такой не случайно упал по внешнему виду. Ну и, в общем, он, мужчина этот, так, в какую сторону мне идти, даже не пойму, запела Наташа Королева «Желтые тюльпаны». У водителя радио было в автобусе. И вот он это, ну включи погромче, ну включи погромче. И, в общем, у нас автобус с желтыми тюльпанами. И он сидел тут своей сломанной рукой, сломанной ногой, болтал. Здание красивое. О, какое интересное. Я не знаю, что это за здание какой-то постройки. Такое красивенькое. Крыша такая прям черепица-черепица. Туйки. О, какой домик красивый. Вообще все недалеко. Ну да, автобуса 3 часа. Сейчас буду новый билет покупать. Этот менять. Что где-то тут должна быть остановка Фамакескус. Я тут не ходила никогда пешком. А вон он. Фама написано. Нарва-Кескалинна-Коль. Центральная городская школа Кесклинна. Ну да, наверное, центральная городская школа Нарвская. Тут какая-то стройка. Это к Фамакескусу я с какого-то не с той стороны подошла совсем. Так, у меня тут, наверное, шоркает. Я тут с папочкой иду, она по микрофону шоркает. Короче, сдала билет. Еще 2,5 часа до него ждать, до автобуса. Купила вот и через час поеду. Зашла в кафешку. Шаурму съесть. Купила гигантскую шаурму. Она такая тяжелая. Собрание, все в талмутах. Ой, шурма. Ужас, какая большая.
Да, я устроилась на работу. Сегодня мой третий рабочий день. Работа пока такая, сделай то не знаю чего. Я, конечно, еще в полном замешательстве вот этого своего нового предприятия. Потому что они сами не знают, получится еще или нет. Фирма новая. Ну, я выиграла конкурс. Рядом ресторан Монг. Вот это что у них тут? Рассада перца, что ли, растет в чаше? Ну, да. Представляете, рассада перца. Раньше он был наверху. Было много места. Сейчас вот один столик, три стульчика. Но отличительная особенность у них, когда эти обезьяны, висящие вдоль кассы. О, Нарвский замок поливается со всех сторон водичкой. Модель корабля. Подобные корабли участвовали в Северной войне между Швецией и Россией. Воссоздан в 1990-1999 году Нарвским мастером Рудольфом Ковригиным. Вот этот корабль. Тут еще была большая рыбка, плавала. Ее, по-моему, было объявление, кому-то отдали или продали. Был макет корабля, вот макет пушки. Плохо видно, но я прочитаю. Времен тоже Северной войны, начало 18 века. Такие пушки использовались в битве при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII. Макет пушки. Вот одна и вот вторая. Павильон с остановкой. Я на нем сидела, в нем полгода назад. До автобуса все равно еще полчаса. Вот, друзья, вам приграничный город Нарва. От границы буквально 5-7 минут. На улице 5,5, что ли, градусов показало. Мне показалось теплее. Ну-ка, давай. Кто-то там кричит опять. Ну, 5,5. А мне кажется, так тепло уже как-то даже. Но ветра нет. В общем, полчаса до автобуса. Жду автобус. Здесь останавливается этот люкс-экспресс, на котором я поеду. Тут эти чайки черноголовые раскричались. Он тоже села на этот, на фонарь. Вот так вот и узнаешь историю. Подошла сюда, прямо на остановке, вот такая плита. И написано, что здесь был Фама Бастион. Бастион, который был интерьерно-деловым двором, где располагались мастерские, кузницы, конюшни, сеновалы и цуикгаузы. Был разобран для строительства торгового пути в Европу.
На данный момент это единственный бастион, который нельзя увидеть. Однако теперь у его подножия вырос современный торгово-развлекательный комплекс «Фама». Эта плита была 5 сентября 2006 года. Вот бастион «Фама». И вот на его месте «Фама Кескус». Я про это не знала. Вот торговый центр, оказывается, здесь был так называемый интерьерно-деловой двор. Ой, а эти-то еще вот хуже наших бакланов. Они прям как кукарекают. Сели две черноголовки. Черноголовка вспомнила, посадила в этом году помидоры с названием черножопка. Вот тут две черноголовки. Так что я тут провожу время, можно сказать, с пользой для дела. Увидела макет корабля. Пушки я эти раньше видела, но думала, так они для интерьера тут стоят. А оказывается, нет. Скоро автобус должен подъехать. Вот так иногда полезно ножками, а не на машинке. Ну все, ребят, всем пока. Сейчас вот-вот будет автобус. Я поеду, а там еще будет в окна все серое, унылое. Не весеннее. Смотрю, уже где-то уже все вовсю цветет. И сирень, и черемуха. У нас еще зима. 5 градусов, уже все на полградуса меньше стало. Сейчас смотрела. Птички зато. Лохматы. Да что такое? Ну все, я после семинара, голова полная информации, надо все пересматривать, перечитывать еще. Кстати, онлайн-трансляция была этого семинара, где я присутствовала сегодня. Надо будет еще раз ее пересмотреть. Всем пока. Поеду я домой. Всем пока. Немножко настроение упало, увидела на остановке попутчиков. Один кривой, как турецкая сабля, пивом поливает вон остановку. Неужели он сейчас и на пол лил, и везде лил. Весело, видимо, будет. Билет купила последний уже. Не хотелось бы в такой компании, конечно, ехать. Наши-то больше бакланы. Это такая миниатюрная чаечка. Черноголовка. Ура, он не с нами. Ура. Или что-то задумался. Уходи, дяденька, иди. Уходи. Не надо с нами ездить. Автобус.